Одесские портовики благоустроили Суворовскую аллею в парке Шевченко. Инициатором выступила молодежная организация Одесского порта. Во время уборки аллеи и прилегающих к ней склонов вывезли 7 камазов мусора. Общественники также установили около 13 новых скамеек и урн, разбили клумбы на смотровой площадке. К благоустройству парка Шевченко были привлечены предприятия порта, а также общественные организации «Мореходное училище». Все это мы, скажем так, приурочили ко дню города, ко 2 сентября, потому что 2 сентября, как вы знаете, день рождения нашего любимого города, нашего любимого порта, потому что день рождения у них в один день. И это, скажем так, это подарок портовиков жителям города, гостям, туристам. Общественники также планируют отремонтировать парапеты, идущие вдоль Суворовской аллеи, карантинную стену, пороховую башню и памятник погибшим морякам.